Это произошло в 1952 году. Господь Иисус Христос явился Кеннету Хейгену в видении и примерно полтора часа разговаривал с ним о дьяволе, о бесах и одержимости бесами. Беседа продолжалась полтора часа. И в конце этого видения что-то произошло. Кеннет говорит, между мной и Иисусом пробежал злой дух, похожий на маленькую обезьянку или эльфа, и распростер нечто вроде дымовой завесы или темного облака. Затем этот бес начал скакать вверх-вниз, крича «Якоти Иак! Якоти Иак! Якоти Иак!». Я перестал видеть Иисуса и не мог понять, что он говорил. На протяжении всего этого времени Иисус чему-то учил меня, но я уже ничего не слышал, я не мог понять, почему Иисус позволил бесу сделать такой беспорядок. Я думал, почему Иисус не запретил бесу, чтобы я мог слышать то, что он говорил? Я немного подождал, но Иисус так ничего и не предпринял против беса. Иисус продолжал говорить. Я не мог понять ни слова из того, что он говорил. Я подумал про себя. Разве Господь не знает, что я не слышу? Мне нужно услышать это. Этого не хватает. Я почти запаниковал. От отчаяния я закричал. Во имя Иисуса я повелеваю тебе прекратить, нечистый дух. Как только я сказал это, бесенок упал на пол, как мешок с солью, а темная туча исчезла. Бес лежал, дрожа, хныча и плача, как отхлестанный щенок. Он не смотрел в мою сторону. Не только замолчи, но и убирайся отсюда во имя Иисуса, повелел я ему. Он убежал. Господь совершенно точно знал, что было у меня на уме. Я думал, почему он ничего не сделал по этому поводу? Почему он допустил это? Иисус посмотрел на меня и сказал, если бы ты ничего не сделал по этому поводу, то и я не смог бы ничего сделать. Господь сказал, если бы ты ничего не смог сделать по этому поводу, то и я ничего бы не смог сделать. Для меня это было как гром среди ясного неба. Эти слова поразили меня. Я ответил, Господи, я знаю, что я ослышался, ведь ты сказал, что ты не сделал, не так ли? Он сказал, нет, если бы ты не сделал что-то, то я бы не смог ничего сделать. Он сказал, если бы ты не сделал что-то, я бы не смог ничего сделать. Это повторилось 4 раза. Он подчеркнул. Нет, я не сказал, что я не сделал. Но что я бы не смог сделать? Он подчеркнул именно то, что сказал. Что не смог бы сделать, если бы Кеннет Хейген что-то не предпринял в отношении этого беса.